Всем привет! Сегодня я получила посылочку из магазина Мир Вышивки. Ссылочки на магазин у меня есть под видео, а также вы можете воспользоваться моим именным промокодом, который даст вам 10% скидку на ваш первый заказ. Вот такой наборчик красивый у меня теперь есть. Наверное, уже этот наборчик есть у многих вышивальщиц, но мне он тоже очень нравится. И, наконец-таки, он есть в моей коллекции. Мне этот набор нравится не только своим дизайном и комплектующими, но и, посмотрите, он вышивается на канве 14 каунта. Это мой любимый каунт канвы. Конечно же, как и во всех наборах Dimensions, здесь большое количество бэкстича, но меня это не пугает. Я люблю такие дизайны, где есть бэкстич. Это очень классно подчеркивает детали. На самом деле, мне нравится, как выглядит картина с бэкстичем. Конечно, когда очень много бэкстича, это может надоедать и утомлять. Но готовый результат радует, поэтому я готова к такому количеству бэкстича. Вот, как видите, ниточки, канва молочного цвета. В магазине Мир Вышивки огромное количество перевыпусков наборов Dimensions. И вот, как видите, вот такой наборчик размером 25 на 35 сантиметров. Ну, замечательный. А еще есть похожий наборчик. Может быть, попозже я тоже его закажу. И смотрите, какой еще набор. Теперь у меня есть в моей коллекции. Это набор от фирмы Panna. И, девочки, я видела уже вышитый результат. Марина, с которой мы общаемся давно уже, вышила этот набор, прислала мне фотографии. А вот сейчас вы видите на экране фотографии отшива. Отшив намного лучше, чем смотрится этот наборчик, этот дизайн на превьюшке. Но, в принципе, так часто бывает, когда превью не передает всей красоты картины, которую мы видим вживую. Ну, редко, конечно, но бывает, что отшив не совпадает с превью в худшую сторону. Но в наборах Panna, Dimensions, Чудесная игла, ну и других моих любимых, Золотое руно. В общем, много вы можете на моем канале посмотреть ролики, можете посмотреть фирмы, производители которых я люблю. Но никогда они меня не разочаровывали. И вот Panna — это один из моих любимых производителей. Очень удобные схемки. Мне нравится комплектация. Комплектация в наборах Panna гаммовская. Нитки гамма, канва гамма. В принципе, я люблю и канву, и нитки гаммовские. Прекрасно ими вышиваю. Нитки не линяют. Сейчас подробности вам скажу. Картина размером 27 на 35. Это золотая серия Panna. Вот написано: нитки длиной 90 сантиметров. Почему производитель так написал? Многие говорят, что нитки у Panna короткие. Мне даже стало любопытно. Давайте посмотрим, какие нитки в этом наборе. И заодно увидим, сколько здесь цветов. Вот такая удобная сумочка, в которую можно потом складывать процесс. Сумочка достаточно жесткая. Заглянем, какая схемка. Схемка у нас цвета символьная. Вот я вам кусочек схемки покажу, чтобы вы знали. Схемка очень удобная. В наборах Panna часто используется цветной бэкстич, то есть бэкстич выполняется разными нитками. Это единственный такой нюанс, который меня напрягает в этих наборах. Я люблю делать бэкстич только черным цветом. Вот. Но здесь вот очень много используется цветов. Но зато результат получается шикарный. Схемки, в общем-то, очень-очень удобные. В наборе используется 39-40 цветов. Достаточно много. Вот единственное, мне не нравится, что нужно их перевешивать, завязывать потом петлей. Вот, посмотрите, какие длинные нитки. Первый раз я вижу такие длинные нитки в наборах Panna. А зрители ругались,
что в наборах пана короткие нитки. Посмотрите, в этом наборе какая длинная нарезка, 90 сантиметров. А вот это вот классно. Я думаю, что это многих порадует, потому что девочки писали, что не любят нарезку короткую и из-за этого не приобретают наборы. Эта картина вышивается на канве 16 каунта. В комплекте идет канва 16 каунта. Ну, в общем, я думаю, что вас комплектация этого набора очень порадует. А также порадует готовый результат, отшив, который вы уже сегодня видели. Ну, еще вот такой наборчик от фирмы Nova Stitch. Это двухсторонняя подвеска. Это икона святого целителя Пантелеймона. Правильно говорить нужно Пантелеймона, а не Пантелеймона. Откуда я знаю? Потому что дочка со своим мужем служит в храме святого Пантелеймона. Я тоже об этом не знала и говорила Пантелеймона. Ну, в общем, именно поэтому я такую подвесочку заказала. Буду вышивать для своего зятя. Я уже делала обзоры на наборы Nova Stitch. Это дочерняя фирма от Nova Slobody. Ну, то есть, это ее ответвление занимается как раз вот такими подвесками. То есть, если у Nova Slobody наборы для вышивания, картины, а у Nova Stitch вот такие подвески. Это не первая подвеска. Единственное, у меня не было подвесок на религиозную тематику. Но вот сейчас первую такую вот подвесочку от Nova Stitch я заказала. Посмотрите, здесь есть вот такие стразы красивые. Бисер чешский, бусины. Почему я говорю чешский? Потому что я уже до этого делала обзор. Единственное, что мне не нравится, то что вот эта сторона очень блестящая. Когда закреплять нитку, немножечко в глазах как-то это так бликует. Ну, ладно, неважно. В общем, это чисто мои такие нюансы. Возможно, вас это не будет напрягать. Вот. Но все равно это такие красивые дизайны, что мне не отбило желание эти дизайны приобретать в свою коллекцию, потому что все-таки они в готовом виде очень-очень красивые. Вот, как видите, икона и лик напечатаны, а вокруг все вышивается. И обратная сторона тоже вышивается. Потом все это будет сшиваться вот так вот между собой. И здесь из бусин будет собираться вот такая подвесочка. Как видите, бусины и бисер чередуются вот здесь вот. И будет вот такая вот красивая подвеска. Вот такая замечательная посылочка пришла ко мне из магазина. Большое спасибо вам за просмотр. Большое спасибо магазину «Мир вышивки» за такие классные наборчики. Ссылочку для перехода в магазин я оставляю под видео. С вами была Инесса. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!